Сегодня Олег Белавинцев, новый полпред президента на Северном Кавказе, официально представлен главам регионов, которые входят в округ. Как отмечено, за последнее время удалось добиться, что Северный Кавказ стал более привлекательным, прежде всего для туристов. Этому во многом способствовал и возросший уровень безопасности. Сам Белавинцев заявил, что главными задачами видит укрепление государственности и сохранение стабильности в регионе. Главное, конечно, это создание условий и поддержание межнационального мира и недопущение суда бандитов ИГИЛ. Мы этого не допустим. Люди могут быть спокойны, поэтому надо жить спокойно и развиваться.